дорогие друзья! В программе третьего дня фестиваля концерт «Музыка ветра». Я бы добавила «Музыка ветра перемен нашего сознания». Музыка 21 века врывается мощным и уверенным потоком в концертные залы нашего города, ломая стереотипы, заставляя нас думать по-новому, расширяя границы нашего сознания и привычные гармонические сочетания. Единственное, что остается вечным, это темы, которые поднимают в своих сочинениях композиторы. Любовь, жизнь, смерть, борьба, конфликт человека и общества и снова жизнь. И все это мы услышим сегодня в программе «Музыка ветра». Представляя автора первого сочинения, композитора из Элисты Гиляну Манджиеву, рискну предположить, что Гиляна в числе самых молодых из заявленных на фестиваль композиторов. Окончив в этом году с отличием Петербургскую консерваторию, Гиляна Манджиева имеет в своем творческом багаже вокальную, инструментальную музыку, а также музыку к спектаклям. Сегодня прозвучит музыка для струнных. На сцене камерный оркестр Астраханской государственной филармонии. Дирижер Денис Костылев. Thank you.
Thank you.
друзья, в моих руках томик Михаила Булгакова. Я собираюсь зачитать вам несколько строчек из его нетленного романа «Мастер и Маргарита». Это все по рекомендации автора следующего сочинения Владимира Красинского. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Эпитафио, надгробное слово, дирижирует автор Владимир Красинский. Thank you.
композитор Игорь Дороднов, частый и желанный гость фестиваля. Игорь Николаевич – разноплановый композитор, в его творческом багаже есть и академическая музыка, и фольклорная направленность, и образцы песенного жанра. В 2014 году композитор впервые обратился к сочинению музыки для фагота. Так возникла музыка для фагота и струнного оркестра. Сегодня мировая премьера сочинения. На сцене объединенный струнный оркестр Астраханской государственной консерватории и Астраханской государственной филармонии. Концертмейстер оркестра Елена Иначенко. Солист Юрий Скворцов, Саратов, дирижирует Леонид Егоров.
Thank you.
сегодня вот так и говорит. Юрий Скворцов. Игорь Дорогин. Леонид Егоров. Организацию Республики Казахстан. Ольга Ивановна – композитор, пианистка, аранжировщик, преподаватель, историк. Ее творческое кредо гласит: музыка 20 и 21 веков – философия. Необходимо чувствовать ее всеохватность и найти свою интонацию в ее космосе. По скрипту для струнных в двух частях. Хорал и апассионата. Thank you.
Фортепиано. Дирижирует студентка Астраханской государственной консерватории Екатерина Васильева. Thank you.
пианист, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель, представляющий современную музыку Дагестана. В программе два романса на стихи аварской поэтессы Фазу Алиевой для голоса и камерного оркестра. Поет Елена Евтушенко, дирижирует Леонид Егоров. Thank you.
Наш гость из Алматы Владимир Стригоцкий Пак. Творческий поиск композитора характеризуется тонким взаимопроникновением русского, казахского и корейского фольклора, глубиной замысла, философской направленностью. Сегодня мировая премьера сочинения «Той бастар» – празднество для солирующих тромбона и фортепиано со струнным оркестром. Солисты: Владислав Дорожкин, тромбон, Татьяна Легенькая, фортепиано, дирижирует Леонид Егоров. Thank you.
номер. Я представляю вам автора Иоганна Додера, современный австрийский композитор. Ее сочинения пользуются большой популярностью на национальном и международном уровнях. Сегодня российская премьера ее композиции «Монзе». Это географическое наименование. Монзе – одно из озер Австрии. Восхитительной красоты природа, чистейшее озеро, величественные горы. Все это послужило вдохновением для Иоганна Додера. Thank you.
Thank you.
Объединенные струнные оркестры Астраханской государственной консерватории и Астраханской государственной филармонии. Дирижер Леонид Егоров. Дорогие друзья, наш концерт.